Конкурс вокального и хореографического мастерства среди студентов назвали «Калейдоскоп талантов». В самом деле оценить выступление было непросто, настолько разные были номера. Большая часть, конечно же, лирика. Я болею, я дышу тобой. Некоторые студенты решили представить национальное творчество. Подняли настроение зрителям девушки в славянских костюмах и пели хорошо, и танцевать призывали. Номинаций было две – певцы и исполнители танцев народов мира, но особо отличились барабанщики. Поболеть за своих сокурсников пришли представители каждого факультета МИУ. Творческие конкурсы – здесь неотъемлемая часть учебного процесса. Я очень рада, что я учусь в этом вузе, так как я считаю, что в стенах инновационного университета можно получить престижную работу и активно участвовать в студенческой жизни. Участники поблагодарили молодежь за поддержку, а ректора и профессорско-преподавательский состав за организацию столь интересного мероприятия. Педагоги в ответ отметили: талантливый студент – это перспективный студент. Жюри хоть и заявило, что сделать выбор было непросто, но имена лучших все же назвало. Первое место в номинации «Вокал» занял Дмитрий Берзения, а в хореографии не было равных братьям Ниба – Саиду, Мадину и Мурату. Под аплодисменты им вручили кубки победителей. Отметили и лауреатов конкурса. Каждый получил сладкий подарок – торт. В завершение все вместе участники спели главную песню про родной университет. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.